минувшую субботу в Зимнем театре прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-летию творческой деятельности старейшего художника России и Подмосковья, почетного гражданина Орехово-Зуева Владимира Тихоновича Горбунова. Слово Лидии Руфлятко. Владимир Горбунов родился в 1919 году в Орехово-Зуево. Окончил Московское областное училище изобразительных искусств памяти 1905 года. Принимал участие в военных действиях с 1939 по 1946 год. За это время повидал и пережил многое. В годы Великой Отечественной войны был контужен. За подвиги награжден орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, медалями, в том числе и за отвагу. Вернувшись с фронта, Владимир Тихонович начал заниматься живописью профессионально. Работы талантливого художника экспонировались на многих выставках, в том числе международных. Полотна автора находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Поздравить художника со столь знаменательной датой, 75-летием творческой деятельности, пришли друзья, которых с каждым годом становится все меньше. Я с ним познакомился несколько лет назад и увидел, что Владимир Тихонович просто удивительный человек, очень отзывчивый, очень щедрый. И я был поражен, во-первых, его талантом, потому что картины, ну вот они висят, да, и мы их все видим. И я был еще более поражен, узнав, что он отказался от продажи своих работ за рубеж, хотя ему предлагали огромные просто по нашим временам суммы, но он все свои лучшие работы оставил в городе. И вот этот жест я, ну, почел за очень удивительное вообще явление в нашей культурной жизни. Что человек вот так, с такой любовью относится к своей малой родине. Владимир Тихонович – человек совершенно легенда, человек эпоха, а я просто перед ним преклоняюсь. Тем более, что вот у меня вот папа мой ушел в 42-м добровольцем на фронт, пропал без вести, не дожил. А вот это тоже та же эпоха. Вот он для меня, как воплощение моего отца, я считаю, что это просто, ну, явление для нашего города, по-моему, это явление просто уникальное. Татьяна Журавлева, заместитель председателя Комитета по культуре, спорту, туризму и физической культуре, зачитала поздравительный адрес от имени главы городского округа. Уважаемый Владимир Тихонович, примите искренние поздравления по случаю 75-летия вашей творческой деятельности. Мы знаем вас как талантливого художника, искренне любящего родной город Орехово-Зуево, его богатую историю и природу. Вас всегда отличали высокий профессионализм, самобытность, а также непроходящая любовь к своей родине. Вам подвластны многие жанры – портрет, пейзаж, натюрморт. В вашем творчестве пейзажи проникнуты глубочайшим лиризмом и чувственностью. Желаю вам творческого долголетия, новых вернисажей, которые станут настоящим праздником и подарком для всех ценителей большого искусства. Владимир Горбунов и сегодня продолжает дело всей своей жизни. Он по-прежнему много и плодотворно работает на благо нашей отечественной культуры. Многие картины автор подарил родному городу, чтобы новые поколения орехово-зуевцев могли прикоснуться к творчеству земляка. К сожалению, присутствующих гостей на творческом вечере Владимира Тихоновича, включая представителей средств массовой информации, можно было пересчитать по пальцам, что не могло не задеть мэтра. Очень-очень-очень расстроен, понимаете, я не хочу, чтобы вы мою грусть и печаль вам передавали. Вы знаете, мне просто обидно. Всю жизнь я служил обществу и народу, и вот понимаете. Накануне юбилея творческой деятельности Владимир Тихонович, несмотря на почтенный возраст и плохое самочувствие, обновил экспозицию своих картин, которая находится в Зимнем театре.